Hey guys, welcome to my YouTube channel, Insights from Ukraine and Russia. In today's video, I have two intercepted phone call conversations between Russian soldiers and their family or friends. So let's just listen to it and react to those phone call conversations. Что тебе там рассказать-то? Спрашивай. Я у тебя этот воблеры, мегабас нормальный, не? Мегабас, воблеры, да. Ой, Вова, ни хера, ты знаешь сколько? Те, которые я покупал по 800 рублей, сейчас по 2000 лежат. Короче, вожу в курс дела. Сейчас в гостях в доме. Четыре коробки с полные с воблерами мегабас у богатого рыболова. Брать? А почем они? Бесплатно, четыре коробки. Да, конечно, бери. Вова, мегабас, это что? Это офигеть какие. Короче, ну мы сейчас зачищали дома рыболова богатого, дом зачистили. Четыре коробки мегабаса. Да, бери все, что будет там. Ну, смотри, только аккуратно. Я уже взял мегабас. Потом да. Балисонг, Миноу. О, вот, да. Балисонг, что еще здесь есть? Что там у него еще? Если леска, крючки есть или плетенка. Ну, я сейчас возьму бойцов, еще схожу, посмотрю. Я только коробки, кстати, не взял. Смотри, аккуратно, да, аккуратно, Вова. Ну, короче, все забираю, да? Да, забираю все и говорю, если попадутся тебе тройники, там крючки и лески какие-нибудь. Ну-ка не Китай. Не, ну я вообще говорю, ну я не знаю, у него там. Ну спиннинги я не смогу вести, не обещаю. Не, ну бери то, что можно брать там. Ребятам кому-то дай. It's funny that he doesn't want to take Chinese products, even though Russia will be in close contact with China and its products in the near future, you know? На хранение. Кто не рыболов, блин? А так, мегабас, блин. Джаскал. Лайки крафт. Запомнишь это? Ладно, все, хорошо, возьму. Ну да, у тебя так все нормально, да? Да. Ладно, ты давай там смотри аккуратно, не забудь, что такое растяжки и прочие все сюрпризы. Лазите там, смотрите аккуратно, и чтоб вам там мародерство не приписали, блин. Ну это да, это вроде как трофей, ну смотри аккуратно. Чтобы вас там не фотографировал никто, а если что не скажут, потому что... Basically, this man considers it to be a trophy and not just looting. Well, he advises him to steal different things, and he doesn't think that it's a bad thing to take someone's property and bring to Russia. And it makes me wonder, what would Russian soldiers steal from my house? The thing is that I left my house, I had to do that because it was in dangerous area, and I have some old coins in my house, I have some equipment, 3D printer, you know, and it makes me wonder how Russian soldiers would tell to his mother, father, or his friend about how he found different things in my house. Just crazy to think of, you know. Okay, so let's listen to another conversation. Это Вова, я тут договорилась, и, короче, ты можешь просто подойти к главнокомандующему, где там, кто у тебя есть, и сказать, что ты больше не будешь туда заходить, и приедешь домой, отсюда уволишься, и тебе ничего не будет. С кем ты договорилась? С Патрушевым. Что он сказал? Он сказал, что ты можешь подойти к главнокомандующему, сказать, что ты ловишь оружие и не идешь дальше. Вова, давай, моя, там много уже смертей. У нас уже Бурова убили. Все уже его везут сюда, Бурова убили. Нас будут на днях выводить уже отсюда. Не будут выводить, но сейчас будете обратно туда заходить, через Киев, Ростов. Кто тебе, он сказал? Не он сказал, все говорят. Он сам еще ничего не знает. Но это ничего не прекратится, отсюда еще вывозят технику, везут еще народ туда, кто погибший заменяет вот этими остатками. Ну, тебе ничего не будет, я все договорилась, все, что ты отказываешься, сюда домой едешь, сюда приезжаешь в комиссию, два дня проходишь, увольняешься, все без права восстановления в обратную. Да нормально все, у меня не так, как у них-то. Да Вова, ну нет, ну что, вот у Юли тоже все нормально было, и вчера прибежали, что мужа убили. У Кристины здесь у нас тоже мужа убили. Тут соседа тоже убили, уже народу много. Wow. I just do not understand why this soldier is still thinking. I mean, his wife already gave him a chance to survive this war, and he's still thinking, considering possibilities, you know. It seems like he wants to stay
in Ukraine for a bit longer, and I just don't understand why. Whether he is looting, he's gaining something from this war, but at least from this conversation, we get the idea that some wives actually caring about their husbands and not about money rewards, as other conversations showed us in previous videos. Please write in the comments what do you think about all this. Thank you so much for your support, for your attention. I hope you'll keep watching these videos because it's actually kind of important. Anyways, thank you so much for your attention and goodbye to you all.